Привет автомобилистам! Сегодня такой вот спринтер 316, 120 киловатт, сразу озвучу цену, 19 тысяч, 2015 год. Вот по комплектации коробка автомат, датчик света, дождя. Вот, сейчас обойдем, посмотрим, усиленная ходовая. Конкретно сейчас покажу, расскажу. Только приехал, автомобиль растаможен. Постановка на учет где-то 20 долларов. 30 где-то так вот. Так, по автомобилю ровненький, аккуратный пробег 173, либо 175. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот конкретно к ходовой. Два листа, усиленная ходовая. Вот. Мост. Сейчас откроем. Покажем. Есть камера. Большая подножка. Двери на 270 градусов отбрасываются. Вот. Состояние пола. Вот арки, ничего не крашено. Постоянно спрашивают, как можно сохранить арки, эксплуатируя автомобиль. Ну, это не ко мне вопрос. Вот. Такое состояние багажного отсека. Арки. Вот. Стекло очень комфортно. Вырезать, возможно, тут боковой двери стекло будет. Удобно выезжать в городском ритме. Так, сейчас обойдем, посмотрим. Фанера родная, все родное. Редко такие автомобили попадаются. Так. Вот. Боковые катафоты. Не везде идет. Вечером красиво смотрится состояние резины. Ванко Континенталь. Так. Сейчас посмотрим. По комплектации есть Вебасто. Очень давно не был такой комплектации. Вот 172 тысячи пробег. Сиденье пилот. Все знают, как регулируется. Вот ВИН-код. Нет никакого отблю. Так. Тут все понятно. Так, сейчас мы заведем. Камера включилась. Обзор всего окружения. Так. Тут понятно, большой отсек, круиз, Вебасто, устанавливайте таймер, на какое время и зимой садитесь в теплый автомобиль. Надо подержать, ну, включать не буду. Так. Большой плафон. Вот. Дополнительный свет. Перегородка. Стекло. Так. Сейчас выйдем. Посмотрим. Послушаем двигатель. Все на месте. Домкрат, ключ, все это есть в оригинальной комплектности. Тут фильтр салона.
такой вот автомобиль по радиаторам, по всему. Даже не знаю, что еще показать. Такой вот автомобиль. Родное стекло, все на месте. Все красиво. Тормозные диски новые. Обслужен, походу, автомобиль. Такой вот сегодня у нас автомобиль. Напомню, цена 19 тысяч. Возможность пригнать автомобиль есть. С Германии, но напоминаю, не старше 5 лет должен быть автомобиль. Все автомобили здесь конец 14-15 год. Вот по пробегам напомню, крафтер 2014 год, пробег 130 тысяч, 2015 год 313, спринтер 170 тысяч пробега, есть все документы, 150, дальше стоит вот там вот возле Шкоды 170,